Итак, ладно, давайте продолжим изучать этот данж. И у нас тут какой-то ивентик сразу. А это место намного больше, чем я ожидала. Да, похоже, будет довольно все-таки тяжело найти эту черную фигуру или эту тень, которую видела Хамел. Хотя... Ну, если тот, кому принадлежит эта тень, не ушла далеко, то мы найдем ее очень скоро, возможно. Потому что если ты кровавая дева, то ты будешь иметь дело с Мерхенами, будешь от них скрываться, чтобы тебя не нашли. Я еще вот, мне показалось, что эта тень, как это сказать, ну, в какой-то странной манере еще ходила. Опа, вот и она. Могу я вас отвлечь на секунду? А? Человек в этом месте? Нашли. Хм. И она действительно подошла довольно внезапно. У нее странная манера ходьбы. Хм, незаметная. Правильно будет, наверное. А вы кто такие-то? Ну, мы ищем тут своих знакомых. Мы узнали, получили, да, мы узнали, что тут кто-то есть, поэтому пришли посмотреть, кто это, и, возможно, узнать, возможно, найти знакомых. Я сильно сомневаюсь, что обычные люди зашли бы сюда. Вы так не думаете? Ну, мы натренированы по-своему, чтобы уметь справляться с тяжелыми ситуациями. Натренированы, значит. Хотя, ну да. Я всегда... Ну, нет. Но я думаю, что предел должен быть все-таки. Как вас зовут? А, как тебя зовут? Вот как. Ну, Цу, я говорю о человеке, да, который... Понятно, Цу. Тот, кто позади тебя, определенный человек, верно? Так, подожди. Откуда ты знаешь мое имя вообще? Отвечаешь вопросом на вопрос? Даже несмотря на то, что... Нет. Если ты будешь отвечать вопросом на вопрос, то... То такими темпами я никогда не получу ответа на свой первый вопрос, и мы останемся в неведении. Кайру-чан, у нее свои загоны. Ладно, неважно. Отвечу немного на ваши вопросы по-быстрому. Я кошмар.
Подожди минуту, что? Кошмар? Что ты имеешь в виду? Как ни посмотри на тебя, ты на человека похожа. Это факт, ты ничего не поделаешь. Даже несмотря на то, что... Это область, тут этот белый, как его, туман, опять. Неужели, что, серьезно? Нет, это из-за другого. Кого-то. О, это настоящий кошмар появился. Его слова можно разобрать, но очень плохо. А? В таком месте еще так внезапно он появился. Подожди, брат Хензел. Хорошо, я понял, Грету. Найтмер? И реально... Она понимает и говорит с этим кошмаром? И, помимо прочего... Неужели ты тоже умеешь общаться с кошмарами? Что? Такой как Джексон, он что ли? Этот кошмар, мой брат Хензел. А я Гретел. Теперь вы верите в то, что я кошмар? Сестра и брат кошмары? Дева, цугива, кочира но бан ю. Сочира но декай но ва. Иттай нанимано? Ну... Кто этот большой... Кто это большое существо? Оно не человек обязательно. Мы представились как следует, поэтому я думаю, что пришло время, чтобы вы, ребята, ответили на мои вопросы и тоже представились. Этот кошмар, это Джек. Он очень важный наш друг. Джек? Да? Джек, ты кто? Докуда умарете? Доуяте иките китано? Эй, Джек, кто ты такой? Где ты родился? Как ты жил? Нет, если нужно поговорить с Джеком, то я как бы... Я хочу услышать, Джек. Нет, я хочу услышать это лично от Джека. Давай, Джек, скажи мне. Поймешь ли ты его? Алиса? Учитывая, какой у него сейчас стал рот и в каком месте, я, конечно, понимаю его, что выговаривать слова сложно. Джек очень сильно страдает, когда пытается говорить. Джек, успокойся. Но она тоже чувствует боль. Джек-сан, Отсу-с... Держитесь.
эта боль. Даже я до конца так и не понимаю, почему я так ощущаю, такую сильную боль ощущаю прямо сейчас. Но так и я понимаю чувства и мысли Джека. Однако, почему Джек стал кошмаром? Ответ на такой вопрос я не знаю. 100%. Алиса? Интересно. Это как-то связано с ней? どうやらヘンゼル兄さんとは違う性質のナイトメアのようね。 Он очень похож внешне на брата Хензела, однако он совершенно другой кошмар по натуре своей. Он более-менее, конечно, разговаривает как и мой брат, но все равно не так внятно, как он, и я не могу понять его слишком хорошо. Эй, Джек, можешь попытаться мне больше рассказать о себе? Можешь вспомнить себя? Эй, а ну прекращай тут фигней страдать. Джек только Джек из-за тебя страдает, ему больно. Ты это говоришь мне? Тебе. Кому еще? Он хочет. Если вы будете представлять угрозу для меня, то мне придется обращаться с вами как с этим. Как с аутсайдерами. Верно, брат Хензел? Короче, убьем всех. Мне кажется, я немного поняла из того, что он сказал. Так что, ребят, валим! Вот, Сутян, держись. Все в порядке, принцесса. Мне уже лучше становится. Короче, я возьму... Я тебе еще отплачу за такую грубость нам или что-то подобное. Давайте, пошли. Ну, я понял, ты меня хочешь убить, Дэймон. А, фак!
Он их разбивает тут. Ай, фак. Да блин! Мамур! Я не могу его атаковать, кстати. И как мне свалить теперь? Может, кровью его? Короче, нет. Тупая версия, я не тупо что нажимал. Дай, блин. О, хорош, вовремя. Есть. Фу, свалили. Фу, похоже, нам как-то удалось убежать. Что это было? Ну, самое интересное в данный момент — это Гретел и этот брат Хензел ее, что является кошмаром. Она так его назвала. Брат. Значит. И похоже, они живут тут в одиночку. Вдвоем. Но в любом случае этот кошмар, он действительно говорил понятнее, да? Да, тот кошмар, которого мы встретили в аквапарке, он вообще ни слова не говорил. Да. Даже несмотря на то, что он разговаривал. Нет. Даже несмотря на то, что я пыталась изо всех сил поговорить с кошмарами с предыдущей области, он вообще никак не реагировал. Когда Джек разговаривает, я понимаю его. Возможно, это из-за того, что у нас особая связь, но тем не менее. Он хотя бы пытается. А, да не, ничего, Джек. Я очень рада, что могу разговаривать с Джеком. Все, ведь он всем очень сильно помогает, и все его очень сильно любят. Я рада, что хотя бы я могу с ним общаться. Это означает, что есть кошмары, которые умеют разговаривать, а которые нет, что ли? Ну, видишь ли, Джек у нас особое исключение. Изначально-то он был человеком. Тогда, значит, этот Хензел
тоже? Этого я не знаю. К сожалению, у нас слишком мало информации, чтобы прийти к какому-то заключению. Даже Гретл не понимает всего происходящего. Ты еще назвала себя кошмаром? Они действительно брат и сестра кошмары? Да, но независимо от того, как посмотришь на Гретл, она же выглядит как человек. Почему она думает, что она кошмар? Я понятия не имею. Ну, узнаете потом. Если Гретл называет себя кошмаром из-за того, что она умеет общаться с, собственно, с кошмарами, со своим братом, тогда это означает, что я тоже кошмар, по ее логике, раз умею общаться с Джеком. Опа. Нет. И, кстати, девочки, значит, это таинственная тень, которую видела Хатян. Это была Гретл, что ли? Возможно, но слишком рано быть уверенными. Если бы я бы убежала бы в эту область, то я бы пыталась бы прятаться от кошмара. Но даже если это будет проблематично, но если мы хотим найти других коралловых дев, то нам придется как-то обойти этого кошмара, этих кошмаров в данном случае, чтобы пройти дальше и изучить область. Хамел, дело говоришь. К сожалению, ничего не поделаешь. Если придется, то позаботимся о Хензеле и о Гретеле. Опа. И я успел. Так, ладно, я вроде бы живой вышел от этой погони. Так, похилимся. Нормально. Ну, собственно, вот такие у нас дела, да. Гретл на месте, Хензел на месте, все на месте. И все точно так же, она думает, что она тоже кошмар. Из-за того, что умеет с ним общаться. Правда, в этот раз у нас Джек тоже кошмар. Блин, что-то у вас как-то много, не? Скорая!
Икуё! Йоши, Икуё! Ваташи но чикара, мисете агеру! Нужно было потушить эти пожары. Ваташи но чикара, мисете агеру! Икуё! Икуё! Ну да, сил больше нету. Закончилась мана. Хитазо! Икуё! Сенрёк де икуё! Икуё! Да, по-моему, мы все-таки перекачались в предыдущем дальше. Потому что враги вообще падают. Хотя это хорошо даже. Не приходится париться. А, фак! Блин, да там вся комната такая. Плюс там ничего интересного нет. Так и сделаю. Потом. Блин, мне что, серьезно нужно туда, что ли? Вы бы там ничего не было, так что видел. Ой! У кого-то загорелось. Да-да. Был проход. А, во, во, во. Так, надо было остановить СП. Сюда, сюда и сюда. О, нашли. Атараши башо да не. Второй этаж. Кто это? Икуё! Это кошмар? Блин, да не стучи-то так, страшно. Это Гретл ее брат, очевидно. Сохранись. Ты только что сохранился? Хотя сохраниться это что, типа на другом этаже?
Опа. Взорвалась, но ничего не открылось. О, фак. Главное, печенюшка, сдохни. Ой, блин, точно, я забыл. О, фак. Блин. Это жопа. Валим. Потому что еще у Джека датчик. Если бы мы попытались ее очистить, он бы бомбанул и всех нас перебил к чертям собачьим. Дыши, Джек. Успокойся. Ого, нифига себе. Один аж в левой стороне, вне экрана. Ничего себе. Насколько они большие, что не влезают. Камела чистить. Блин, и справа тоже, я даже не заметил. А, не, все хорошо. Мочили! Красава! Да блин! Не то. Сюда. Обычно ради ничего. Это...
これ。ジャック、何を持ってるんだ？Джек, ты что делаешь? Чё-то мисете. Дай мне посмотреть. Шикакуй моксэ кейс но нока ни комакай доугу га таксан хайтэр но. Нани ни цкау н даро? О, это деревянный... Как это сказать? Деревянный ящик. И тут очень много всяких разных мелких инструментов. Интересно, для чего они могут быть использованы? О! Однако, не знаю, может я могу все это использовать для того, чтобы сделать какой-нибудь прекрасный сувенир для русалочки, для принцессы. В любом случае, они могут нам пригодиться для чего-то. Джек, возьми их. О, Хамил, сонно-косте, дока, что-нука? Хамил, а чё это такое выражение лица? Это же... Там же манга внутри еще. Что, вот это хрень? Да. Это же... как это сказать... Тут секретная книга и еще манга и инструменты для того, чтобы рисовать мангу. От... Это же просто божественно. А, вот оно что-то. А он тут на краю был, как бы. И... Че, ты хочешь их взять себе? У нее очень серьезное выражение лица. Ладно, ладно, я понял. Отдай это Хамилу. О, спасибо, спасибо. Вижу, ты очень счастливая. А то. С помощью этого я смогу нарисовать свою собственную мангу же. Ох, интересно же, какие шедевры... будут рождаться из-под моей руки. А, Джек, отцу, большое вам спасибо за то, что вы мне их дали. А, и в качестве благодарности я сперва нарисую мангу о вас. Хорошо, я сейчас прямо все горю и замотивирована. Я даже и представить себе не могла то, что она так сильно будет радоваться из-за такого. Однако, знаешь, мне нравится эта сторона Хамил. Она какая-то... Ну, она, короче, неожиданная, интересная. И... Жду с нетерпением увидеть, какую же мангу она нарисует. Она тебя нарисует. Сейчас такие дозинси тебе 18+ нарисует. Блин, может быть вот эту бонусную новелку про Джека и гарем, может быть эту новелку нарисовала типа Хамил? А чё, будет обосновано? Привет, Пресси.
кто там у нас присоединился только что. Да. Готово. Контратака работает вообще как часы. Так, надо захилиться. Успел остановить. Так, у нас, я вижу, время потихоньку. Как я всегда. Только в режиме геноцида, блин, нормальный дамаг. Кстати, надо бы немного экипировки пофармить новой. И, кстати, там, наверное, уже цветы вылупились, расцвели, точнее. Мы будем посмотреть. Но, блин, нету телепорта, вот что печаль. Я слышу кое-кого. Опять. Есть, успел. Хотя, блин, я там подобрал кое-какую экипировку, я видел. Давайте посмотрим, что у нас тут есть. И остальные для моего класса. Взять.
私の力見せてくれる。動かすぞ。короткий путь открыли。敵か。行くよ。任せろ。勝ててよかったね。серьезно в одиночку。Так, пора заканчивать. Там живы вообще? Что-то померли как будто. Там вниз, куда он идет? Может, типа короткий? О, короткий путь. Мы можем покинуть дан. Хорошо. В этой части что, не будет телепортов между этажей, а вот тут такие короткие пути? Так, ладно. На сегодня, думаю, тогда здесь остановимся. Уже 3 часа. И продолжение следует на следующей неделе во вторник.